Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на танк Т-72Б, модель 1990 года фирмы Трумпетер. Модель 2013 года, содержимое помещено в довольно большую коробку, и набор насчитывает 1290 деталей. Это фототравление. Сразу хочу сказать, фототравление целых три планки в наборе. Ну и, конечно же, наборные траки. Да, как видите, набор очень богатый. Полностью коробка наполнена литниками. В отдельном отсеке помещены башня, фототравление, декали. Это рассмотрим позже. Очень много деталей. Набор интересный. С самого начала рассмотрим инструкцию. На первом листе представлены схематическое изображение литников и их количество. Как видно, некоторых литников 4, некоторых по 2. Ну и, как всегда, отлично отпечатанная инструкция. Все отчетливо показано. Я думаю, проблем никаких во время сборки у вас не возникнет. Ну, главное, чтобы производителям не было допущено оплошностей. Иногда бывает, некоторые фирмы просто перепутывают и схематично показывают не те детали. Сборка наборных траков, как видите, происходит на кондукторе, что тоже очень упрощает их сборку. Но все же я в данном наборе, наверное, использовал бы металлические траки. Очень много деталей, очень много схем сборки поэтапных. Очень много мелких деталей. Ну, как видите, инструкция содержит 20 страниц и 21 этап сборки. Ну, как обычно, Трумпетер дает цветной вкладыш по вариантам окраски данного танка. Предлагает несколько вариантов камуфляжа. И общевойсковой зеленый. Положим литники в сторону, чтобы нам не мешали. Ну и начнем рассматривать литник с траками. Данных литников в наборе несколько. Довольно неплохо они выполнены. Но собираются с двух частей. Гребни надо вклеивать отдельно. Литник с деталями. Хорошее качественное литье. Высверлен ствол зенитного пулемета, что тоже большой плюс для набора. Довольно большой литник с мелкими деталями.
Тоже хорошо видно качество литья. Модификация танка интересная. Литник с надгусеничными полками, с кормой. Отверстия высверлены. Следующие литники под обозначением Б. Два одинаковых литника. Бортовые экраны. Еще раз повторюсь, очень хорошее качество литья. Ствол состоит из двух половинок. При желании можно заменить на металлический. Но довольно неплохо сделан. И четыре литника катками. Также на литнике мы видим тучи. Ну и теперь переходим к башне. Надбой сразу выполнен, нанесен на башню. Только светоотравление надо будет поставить на модель клепки. Как видите, довольно их немало придется вклеивать. Литник с прозрачными деталями, хорошее качество прозрачного пластика. Литник какого-то интересного прорезиненного пластика. Не скажешь, что и силикон, но и не скажешь, что и пластик. Бревно мягкое. Маска пушки. Кстати, в наборе их дано целых 3 штуки. Эти не распаковывал с пакета, но, как видите, их в наборе 3.
ванна корпуса выполнена одной деталью. Все сделано отлично, безупречно. Силиконовые втулки, проволока и дан такой небольшой кембрик. Небольшая декаль. И, как я уже говорил, набор состоит с трех плат фототравления. И вот клепки надбоя. Смотрите, сколько их много. Тем более данных плат 2 под обозначением А. И травленная плата под обозначением Б в комплекте 1. И один из плюсов набора — металлический трос. Ну и маленькая платка фототравления. На ней еще присутствуют клепки для надбоя. Ну вот, друзья, довольно-таки интересный набор. Если вам данный набор понравился, то вы можете его без проблем приобрести в магазине «Я-моделист». На этом большое спасибо. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всех благ вам и вашим близким, друзья!